Последний летний месяц для славянской детворы проходит очень насыщенно. Для них проводятся спортивные соревнования, творческие конкурсы и фестивали. На базе лагеря детского отдыха «Ровесник» села Чуево прошел муниципальный этап краевого фестиваля «Кубанские каникулы», организованный специалистами Управления образования, Управления по делам молодежи и Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Это фестиваль краевой, и он проходит на территории каждого муниципального образования Краснодарского края. Естественно, Славянский район не остался в стороне, и сегодня мы, Управление по делам молодежи, помогаем в проведении этого фестиваля, помогаем нашим ребятам в нем принять участие, они получат положительные эмоции, подарки и хорошее настроение. В рамках фестиваля были проведены спортивные, интеллектуальные и развлекательные квесты и станции для детей 13-18 лет, в том числе состоящих на профилактическом учете. Также ребята младшей возрастной группы прошли квест-игру «Здоровая Кубань», в ходе которой посетили интерактивные площадки. В мероприятии приняло участие 80 детей. Каждый из участников получил возможность проявить свою эрудицию, спортивную подготовку, креативность и умение работать в команде. По итогам фестиваля члены команды победителя «Аврора» получили грамоты и подарки от Комиссии по делам несовершеннолетних, а команда «Виктория» и «Прометей» – сертификаты на покупку спортивных товаров и грамоты.